Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я покажу лучшую, не, самую лучшую реализацию трейлера обновления 0.17.0, а именно хэллоуинское обновление. Поэтому, братуха, пересунь ухо, присаживайся поудобней, обязательно прожимай огромнейший лайк, пиши любой хороший комментарий, а мы поехали! Говорю сразу, уберите детей от экранов. Хотя не убирайте, потому что никто это смотреть не будет. Короче, ребята, это просто шедевр. Давайте смотреть, кайфай. Так что мы видим? Что мы видим? Ничего не видим, пацаны. Проверка на внимательность была. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ну шо, узнали, что это за карта? Если честно, я пока не узнал, поэтому, так сказать, спрашиваю вас. Смотрим внимательно. Похоже, ребят, на карту Sandstone. Хотя не похоже. А, это карта Сакура! Кстати, да, это карта Сакура. Блин, музыка такая, знаете, интригующая. Мне прям интересно, что же будет дальше. Опа, ребят, тыква, тыква. Мало ли кто не знал, тыква. К сожалению, несъедобная. Но я скажу так, кстати, вот такие вот тыквы абсолютно в каждом хэллоуинском обновлении есть вот эти вот тыквы. Поэтому я думаю, что в этом обновлении 100% они тоже будут. Пока что все очень даже красиво, очень даже классно. Да, ребята, это карта Сакура, я еле ее узнал. Посмотрите, какой красивый графоний, да ты шо, просто посмотрите на эти скалы, на это дерево, на этот месяц, как же все, знаете, такой хоррор стилистики, это реально шедевр. Так что, пацаны, лайк, подписка, если не нубгалимый, смотрим дальше. Опа, черный экран, ничего страшного. Блин, это шедевр, братва, аплодирую стоя. Нифига себе, нифига себе, посмотрите. Это спаун Т, посмотрите, как его изменили. Ну, спаун Т именно в союзниках. А, стоп, это спаун КТ. Спаун КТ в союзниках. Я немножко перепутал. Просто представьте, какая же огромная работа по созданию всего этого была пройдена, была проделана. Нет, честно говоря, это шедеврально, братан. Просто лайк. Мужики, давайте все вместе прожмем по лайку. Блин, слушай, так много тыквы, это просто трындец. Наверное, сегодня пойду, закажу тыквенный пирог в моей любимой кафешке. Ты шо? Слушай, а что такое зелененькое? Вот это я не вижу. Че это за огоньки, пацаны? Кто знает, что это? Ё-моё, что это за зеленый огонь? Очень странно, очень странно. Просто прикиньте, как было бы круто на карте Сакура, например, сыграть в какое-то зомби-выживание, потому что, ребята, это тот режим, вот я считаю именно зомби, который должен быть в каждом хэллоуинском обновлении. В 0.14.0 было зомби-выживание. Я скажу так, разработчики, конечно, сделали его так себе, ну, на троечку. Но, тем не менее, все равно было прикольно, и я играл, я реально играл. Особенно там, помню, был прикольный баг, что можно было выпрыгнуть за карту. Ну ладно, давайте не об этом. Просто, ребят, посмотрите. Слушайте, круто. Ну вот, мое мнение, надо еще добавить что-то помимо паутины и тыкв. То есть, я понял, да, везде паутина, везде тыквы, но надо добавить еще что-то более глобальное, там, не знаю, какие-то модельки трупаков, например, да, было бы прикольно, я считаю. Смотрим дальше, наслаждаемся кайфом. Оба, пацаны. Так, что это? Блин, я не помню, называется эта позиция, короче, просто смотрите, наслаждайтесь, кайфуйте. Кто реально хотел бы, чтобы изменили именно карту Сакура? Вот я вот думал, честно говоря, мне казалось, что изменят карту Зона 9. Типа, карту раз уже меняли в хэллоуинской тематике. Тренинг аутсайд меняли в хэллоуинской тематике. Я думал, что следующая карта это будет или Зона 9. А, и Sandstone меняли. Я думал, что следующая карта это будет или Зона 9, или Сакура. Но я вот сейчас смотрю, я понимаю, что карта Сакура прям идеально подходит для того, чтобы изменить в зомби-стилистике. Посмотрите, как же все это красиво. Очень круто, очень. Мне нравится, пацаны. Я хочу! Я хочу! Просто, пацаны, прожмите за это лайки, подпишитесь на мой канал. Вау. Обалдеть! Но мне больше всего нравится освещение, потому что я считаю, что карта Сакура, она очень светлая, она очень красивая, она, знаете, вот прям веет от нее позитивом. Но если карта Сакура будет такая, как мы видим сейчас... Ну, пацаны, ну елки-палки. У меня прямо смотрите, глаз появится, я стану зомбарем. Нет, честно говоря, очень круто. Я даже не думал, что карту Сакура будет насколько красиво, если ее преобразить в хэллоуинскую тематику. Вау. Ну, 5 с плюсом, пацаны, 5 с плюсом. Базара 0. Блин, как же это круто. Только знаете что? Вот я бы, кстати, поменял вот этот бигборд. И на него поставил бы кого-то зомбака. Было бы очень круто, типа. И какой-то над. Или какой-то надпись, типа. Зомби нас захватили. Help me. Прикольно, прикольно, пацаны. Но можно лайк лепить однозначно. Сун.
Что означает сумма, пацаны, проверяем английский скин ТПК? Скоро. Ну а прямо сейчас вам покажу еще одну реализацию хэллоуинского обновления. Да, ребята, давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Слушай, красиво. Мне больше всего нравится музыка. Да, музыка такая стрёмная. Только ощущение, что сейчас зомбарь резко выскочит из-за спины. Я на слокте! Круто, 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 круто. Не, ну пацану лайк сходу, ёлки-топалки. Ну а прямо сейчас вам покажу хэллоуинский трейлер, который был в прошлом году, который выпустили разработчики. Мать его, за один день до хэллоуинской обновы. Ребят, ну ёлки-палки, если хотя бы в этом году не просрете со сроками, ну давайте, вот прям за две недели до хэллоуинского обновления хочу трейлер. Я думаю, все тоже. Ну что, пацаны, смотрим, что было в прошлом году. Оценим. Так, летит какая-то ворона. Вар тушит, одержит. Опа, какого-то паучка. Паучок спускается, это спайдермен нахрен. Пускается паутину, пацаны. И тыква оживает. И вот именно вот так вот появился тыквенный беспредел режим. Худший режим в истории спин-оффа. Я очень надеюсь, что в этом году выйдет хэллоуинский скирпак немножко покрасивее, чем то, что было в прошлом году. Потому что в прошлом году это просто трындец. Моя бывшая даже симпатичнее выглядела. Короче, пацаны, в принципе, это все. Обязательно прожимаем лайк. Кто не прожал лайк, тот будет зомби. Также подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.